Хей, для сегодняшнего мы продолжаем пройти руку под названием Тени Рум. В прошлой серии мы побывали в банке, и мы нашли с вами чек на 50 тысяч зеленых. Теперь мы отправляемся в церковь, где был выписан этот чек. Нужно найти какого-то Ал Филча. Кто это, мы не знаем, поэтому мы отправляемся в церковь. Церковь. В банке вы нашли крупный чек, выписанный местной церкви, на имя отца. Как они связаны с происходящим? Может быть, вы найдете ответы внутри? Это типа местная загрузка, да? Мне показалось. Окей, мы в церкви. Так, ну я не знаю, насколько это точно, но давайте будем проверять все, да? 9131 в скобочках 2523. Это может быть двойной код, то есть код 1 и код 2. Ладно. Фрукты выглядят испорченными. Различная церковная литература. Опа, свечу забрали. О, я думал, тут света нет. Так, ладно, туда мы сейчас не пойдем. Ух ты ж, ё-моё. Закрыто. Думал, римским. Опа. Ну, стрелочкой сюда показывает. Ладно. Еще одну свечу забрали. Нужно посмотреть с другой стороны. Нихера себе. Не работает. Ха-ха, нихера себе переключатель. Угу, проход на крыше. А свет можно включить? Пусто, 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 пусто. Что-то есть. Свеча. Глобус святым. Короче, мне нужно передвинуть скамьи. Вторая и последняя. Вопрос для чего? А, подожди, оно у меня. Ну, то есть мне еще выровнять надо. Либо найти остальные подсказки. В чем смысл? Еще одна свеча. Ну что, экзорцизмом будем заниматься? Закрыто, нужен ключ. Хм, книга об изготовлении светящихся чернил в домашних условиях. Ясненько.
Теперь будем сейчас проверять код. 91, 31, 25, 23. Опа. Почта. Так, напоминаем, что вы изменили код доступа к приложенным файлам. Новая последовательность. Печать. Управление. Открыть. Что мы открыли? Чего здесь верить? Ладно. Здесь нет ничего интересного. Видимо, колокол давно не пользовались. Как бы он на меня не упал. Уф, еле успел отскочить. Так, подожди, давай сразу сюда. Подожди, светильник. На светильник надо свечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, у нас только шесть их. Ага, ладно. Нужно посмотреть с другой стороны. Короче, это неверно. И это две верные. А подожди, а правильно, с какой стороны смотреть? Со стороны креста. Так, мне надо, короче, вот эту сюда скосить. И вот эту сюда. Хорошо, это ровно, да? Верный, неверный. Почему вот это? А, стоять, книгу точно включить. Не работает. Значит, последующая цель это вот эта херня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Легко. Вопрос, что изменилось. Ну, я правильно же сыграл или нет? Я от этой начал, да, этой. Не угадал, ладно. Свеча, крест, ничего не делается, книга. Так, ну тут везде точечки. Я пытаюсь понять вот этот момент. Thank you.
можешь иметь в виду вот так по... типа по... против часовой стрелки? Начиная с этого места. Тогда... треугольник, решетка, ромбик последний. Так, плюсик. Вот эта херня. Треугольник, решетка, ромбик. Так, ключ. Ключ от чего? Если ключ, то, скорее всего, ключ от подвального. Нет. Значит, ключ есть еще от чего-то. Ха, от чего еще может быть ключ? Подожди, что это я вот открыл? Что я открываю? Напоминаем, что вы изменили код доступа в приложенные файлы новой последовательности. Мне еще нужно поджечь, чтобы развеять. Сейчас мозг пытается понять записки. А почему не вверх ногами? А, даже если так, то не суть. Правильно. Тык-тык. Тык-тык. Крест находит... А, скорее всего, это правильное нахождение, а это типа с обратной стороны. То есть это, скорее всего, если вот так смотреть, возможно. А что должно запустить? Я же все включил, что можно было. Против какого креста? Да я же все правильно сделал. Ну типа, вот этот листик, это то же самое, что вот этот листик. Они идентичны.
Просто вверх ногами. Нет, тогда если вот это перевернуть вверх ногами, тогда получится вот это. Как вариант, наверное, это... Да нет. Ага, был бы бредом. Ладно. Я не знаю, чего у меня ключ. В принципе... Это открывалось? Да, открывалось. Ну, ладно, я без понятия. Да. Я сдаюсь. Мне главное понять с этим. Чего, блядь? Ладно, пока что еще подумаем. Хотя ни хера мы не подумаем. Прикиньте, оказывается, светильник вращается. Как я это сделал? А, просто нажал. Ключик. Все. Немножко пошло-поехало. Откуда я мог знать, что оно вообще вращается? Я думал, типа, просто натыкал и все. Это что за дерьмо? Ладно, 91. Хотя нет, это, скорее всего, на том листе, где невидимые чернила. Хотя, может быть, это. Так, последним получил я вот этот кусок. Нет, вот этот. Нифига себе. Закрытая дверь. Нужно 3 ключа. Ух ты ж, ё-моё. Так, я ещё такой момент увидел, что пойди... Да... Вопрос, что это мне дает. Хотя я понимаю, если подожди.
или неприемлемо. Ну, допустим, смотрите. Пускай у нас будет 3 квадратика, да? В том сундуке у нас всего нажатий 3. Так ведь? Ну, типа, кружочка сверху красных. 3. Пусть, допустим, вот это книги и есть наш пароль. Допустим, серая у нас здесь и здесь точка. Следующая. Здесь и здесь. Здесь и здесь точка. Теперь, допустим, красный. Тут. И под середине хорошо есть. Синий мы закрашиваем здесь. Квадратик здесь, здесь и здесь. Ой, промахнулся. И здесь крест-накрест. Так, с этим ладно, еще пока что непонятно. Поехали. Че, блядь? Я вообще-то себе чертил. Ладно. Походу, это не оно. И что я должен увидеть? О, при свете видно. Так, подожди, это, походу, у нас пароль. Пароль, скорее всего, это вот это. Так, значит, 4, 43, 12. Странно, что нет. Хотя, возможно... Ну, тут, смотрите, есть размеры. Это, по-любому, двойка последняя. Вот это и вот это, они почти одинаковые. Либо вот это, либо это. А, да, ну подожди, оно ж лежит, правильно. Тогда получается 41. 41, 32. 41, 32. Найс. Я думал, нужно все было отгадывать. Ну, у нас один фиг. Осталась неизвестна та бумага на столе. Понятный вот здесь код. И тогда нахера нам были подсвечены книжки быть? Вот это у меня вопросы остаются. Так, у нас получается остаются книги подсвеченные. Вот эта херня непонятна. И чем можно подсветить? Но мне нужен огонь, это по-любому. Даже хотя светящийся. Но они нихера не светят еще-то. Ладно. Подожди, если это вдруг часы? Вот, ребята, это может быть часами. Ну, блядь, часы... Ну, типа, минутная, секундная, часовая? Окей,
Пускай это будут часы. Тогда я все равно ни хера не понял. Ладно. Это останется загадкой для меня все еще. Так, на чем мы там остановились видео смотреть? На сраных свечках, да? Так, да, пол мы сделали. В смысле, откуда у тебя еще один ключ, приятель? Что, ребята, книжки у нас оказывают, да, я все-таки глупый, я их соединял в виде кода, я думал, что код, типа, его нужно вводить, типа, объединить все рисунки, чтобы получился один, оказывается, здесь довольно было проще, настолько проще, что здесь оказывается вот, нужно было просто искать похожие книги на то, что вообще у нас здесь есть. Херня. Ну, я сделал и... Я ведь все сделал правильно. Что-то не врубился, ладненько. А-а-а, ё-моё! Книга ж перевернутая. Наконец-то. Да, без подсказки я бы это здесь не прошел. Нет. Хм, церковь построена над древними постройками. Я не вижу способа открыть эту дверь. Может, есть другой путь? Да, есть кувалда. Есть разбить статую и пройти. Ух ты ж, срочно заблокировать все выходы к подземелью. Расположение помечено крестом. Так, вентиляцию. Выход, а где я нахожусь? Судя по карте, есть другой вход в подземелье. Попробуем другой путь. По церкви оказались древние закрытые двери. Но, судя по карте, есть другой вход. Ну, другой вход мы найдем с вами в следующей серии, ребят, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!